Хочу поблагодарить руководство республики, с которой у нас сложились давно очень добрые рабочие отношения, и мы ими дорожим. Дорожим, потому что республика всегда в стране имела свое лицо. Здесь чувство дружбы, интернационализма просматривалось всегда самым ярким образом. И очень приятно, что вы сохранили все лучшее из нашей тысячелетней истории, советской эпохи, и приумножаете. Это видно даже, когда летишь на самолете. Вчера вы чудной погодой встретили, там в Москве дожди идут проливные. Я посмотрел, все поля обработаны, хорошо это выглядит, прекрасно. А Уфа превратилась в один из красивейших городов. Надо отдать должное, вчера и мэр представлял город. Уже у нас 15 миллионников в стране, плюс Москва и Ленинград. Уфа один из таких ярких городов стал. Я должен сказать, вы максимально использовали эти международные встречи, но для меня было открытием, что из федерального бюджета в основном ремонтировали и развивали аэропорт, а все остальное это ваши средства. Поэтому я и спросил, какой бюджет. Ну, бюджет у вас солидный, тем не менее он не отличается от многих других. В данном случае вы прекрасно работаете, видимо, более рачительные, и тратите каждый рубль и каждую копейку, с чем вас следует поздравить. Спасибо. Спасибо. Мы сегодня побывали у памятника Ленина. Мы с вами в свое время принимали это решение, провели реконструкцию. Он в идеальном состоянии. Там приняли и в комсомол, и в партию. У нас сейчас очень большой приток идет в пионеры, комсомол и партию. Мы только что в прошлый выходной 5000 пионеров приняли на Красной площади. Приезжал весь Кавказ, и даже Донецкая, Луганская республики были, москвичи, области, соседние. Вот, дети охотно тянутся своей молодежной структурой организации. Я долго убеждал президента принять решение восстановить все детско-юношеские движения в школе. Объяснял, что школа должна формировать гражданина и патриота. Без хорошей учебы, без знаний истории, без уважения к родителям, к своей стране, без умения позаботиться о слабых. Нельзя сформировать честного и достойного гражданина. Он подписал в день рождения комсомола не указ о восстановлении организации. Сейчас очень бурно развиваются детско-юношеские движения, и мы только приветствуем. И считаем, что это исключительно важно и правильно. Вот, и надеемся, что республика активно поддержит, тем более только что вчера мы отметили День пионерии. Слову сказать, все центральные каналы очень ярко показали эти события и приветствуют. Приветствуют, кстати, родителей, независимо от социального положения. Ко мне сейчас довольно часто обращаются деловые люди, говорят, нас кризис достал, приходится сутками работать, а ребенок брошенный. Найдите нам хорошую вожатую, мы будем им даже платить приличную зарплату. К слову сказать, очень разумный подход сам по себе.